мягкая зима, но очень сложный вход в зиму. Это была затяжная осень с дождями, с теплыми днями. Потом несколько сильных морозных дней. В низинах было и до минус 45. Потом оттепели в феврале с солнечными днями. Вот этих нескольких солнечных дней, когда температура могла достигать там плюс 5, плюс 7, а ночью минус 20, это самое сложное время для косточковых. Просыпаются почки. Они не трогаются в рост, но они согрелись. Сок жизнетворящий в них оттаял. Они проснулись, они уже не уснут. Вот этот момент всегда для садовода, особенно тот, кто любит косточковые культуры, всегда такой немножко напряженный момент. Как они выйдут из зимы? Но весенние провокации, мы от них никак не застрахованы. Еще и в марте будут теплые дни с сильными ночными заморозками. Поэтому, ну, будем смотреть по факту. Сильно волноваться, я думаю, не стоит. Но все покажет время. Такова участь садовода — быть в постоянном напряжении, в ожидании. Что-то потеряем, что-то найдем.